Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас пришли чехлы для телефонов, мы заказывали. Анастасия накопила себе на телефон и купила вот такой. Ну, конечно же, не без нашей помощи. Получается, я брала себе телефон еще зимой, что ли, прошлой зимой, и мне пришли денежки, как там вот возврат с покупки, и у меня деньги оставались в магазине. Я взяла себе вот такой чехол, потому что вот без чехла было, хотя очень аккуратно обращаюсь, но вот в сумке что-то, видимо, было и повредило. Стекло треснуло. Но это не телефонное стекло, а наклеенное стекло. И вот накопленные деньги, плюс еще возврат тех, которые были у меня в магазине, взяли Насте телефон. Копила она очень давно, более 3 лет, ну в районе того, наверное. Еще дедушка был живой у нас, он ее баловал. И Валерии вот такой телефончик, ой, чехольчик, тоже ей захотелось побаловаться, сменить обложку для телефончика. Ну, показывает камера, что уже зарядка села. Всем спасибо за внимание, до новой встречи, пока-пока.